Приветствую, друзья! Наконец-то отличная новость. На рынке недвижимости Турции происходит значительное изменение. Помните, когда мы хотели купить квартиру или арендовать жилье, то видели очень много фейковых объявлений на просторах сайта недвижимости, в интернете их было очень много. Проблема-то заключалась в том, что любой мог разместить объявление, там очень много фейковых риэлторов или недвижимости, что это была недостоверная информация, это приводило к тому, что мы теряли время, видели только ложную информацию, то о цене, то о площади, то фотографии не те, и даже бывали, что с владельцами там проблемы. Но теперь у нас ситуация меняется. Недавно началось внедрение новой системы контроля для новых объявлений через ЭДВЛЕТ. То есть государство берет под контроль данный рынок. Это очень круто. Эта система у нас направлена на, чтобы защитить нас от поддельных предложений, от повысить, наверное, скорее всего, прозрачность рынка недвижимости. Но полный контроль всех объявлений ожидается к 2025 году. Как же работает эта система? Когда собственник решает продать недвижимость и хочет разместить объявление на Сахибидене, примерно, да, скажем, то ему нужно будет сначала зайти в ЭДВЛЕТ и выбрать там услугу, запрос данных о праве собственности, что это позволяет платформе автоматически проверить данные о недвижимости через государственные базы, что в объявлении будет полная достоверная информация о недвижимости. После этого владелец подтверждает свое право на продажу или аренду объекта, и только тогда может разместить объявление. И здесь может, естественно, быть риэлтор. Его тоже должны подтвердить, точнее, хозяин квартиры. Для получателей или покупателей, так скажем, да, что это означает? Больше никаких фейков и ложных информаций. Мы можем быть, надеюсь, можем быть уверены, что каждое объявление проверено и подтверждено через ЭДВЛЕТ, через государство. Это значит, значительно упрощает процесс поиска нам жилья и экономит нам время, потому что все будет правда. Почему это, думаю, важно? Первое, я думаю, только реальное объявление, что каждое новое объявление будет проверяться через ЭДВЛЕТ, что гарантирует подлинность и соответственно информация, так как все это берется через систему о недвижимости, все данные. По мне, второе, это экономия времени, время, деньги, тем более здесь такси очень дорогое, ездишь, действительно это очень дорого. Больше не надо будет тратить на объекты, которые не соответствуют заявленным характеристикам. Третье, у нас будет безопасность сделок. Мы, наверное, будем уверены, да, что работаем с реальными собственниками недвижимости и реальным риэлтором, который имеет право его продавать. Система контроля пока внедряется для новых объявлений, но надеюсь, в 2025 году, что полный контроль всех объявлений будет со стороны государства. Это означает, что рынок недвижимости станет прозрачным для сделки и безопасности. Точнее, безопаснее, да? Для владельцев, думаю, что упрощает процесс размещения объявления, что дает им возможность быстро найти надежных покупателей и арендаторов. Дело в том, что почему для владельцев тоже хорошо. Из-за того, что многие риэлторы фейковые дают объявления, используют их данные, и поэтому их квартира может не продаваться, потому что он где-то замешан в ложных информациях, в фейковых объявлениях, когда человек увидит, что подумает, что это на самом деле фейковое объявление, фейковая квартира и так далее. Если понравилось данное видео, поставьте лайк. Я надеюсь, еще больше информации вам буду предоставлять. Рад всегда вас видеть, рад всегда, когда вы смотрите, лайкаете. До новых встреч, до новых видео. Надеюсь, в скором будущем снова увидимся. Надеюсь, хорошие новости также будут продолжать, что мы спокойно можем
на сайте смотреть квартиру, выбирать, ходить, покупать. Но опять же, здесь вот сейчас, до этого я проговорил касательно, что каждый владелец подтверждает, в то же время в системе они могут указать риэлтора своего, что он дает право ему продавать эту недвижимость, что будет защищать его интересы, поэтому в каждом объявлении будет, собственно, риэлторы, то есть хозяин недвижимости может там троим, пятерым риэлторам дать это право, но в любом случае ДЭВЛЕТ эту информацию будет предоставлять правильно, и риэлторы будут на самом деле тоже не фейковые, а нормальные риэлторы, значит, будет порядок на рынке недвижимости, будут работать хорошие риэлторы, будут продавать недвижимости собственники, и они не будут переживать, что их объявление где-то среди ложных информаций находится. Снова всем добра, всем успехов, до новых связей.